Концерты, конкурс хоровых коллективов, праздник колоколов, 20-й международный фестиваль духовной музыки. Могутный Божий принимает Могилев в эти дни. В форуме участвуют гости из 15 стран. Подробнее о программе фестиваля Владимир Семкин. В этом году фестиваль вышел за пределы стен концертных залов. На открытых площадках города каждый вечер выступают молодые исполнители. Конкурсная программа также интересная. В ней принимают участие 12 хоровых коллективов. Мне довелось уже здесь быть, пожалуй, 6 раз и 3 быть председателем жюри. И я это делаю с большим искренним желанием, потому что здесь я вижу и людей, которым неравнодушно это все. Как отмечают организаторы и гости фестиваля, в Могилеве уже создана атмосфера единства религиозных конфессий и певческой культуры народов разных стран. Это колоссальное событие культурное, потому что съезжается много известных исполнителей, потому что духовность всегда была самым главным событием человеческой жизни, его души, его переживаний. Что без этих светлых, одухотворяющих эмоций и жить, в общем, как-то бессмысленно. Музыканты такого уровня, которые приезжают всегда к нам на этот фестиваль Могилев, они заслуживают самой высшей оценки. И это, в общем-то, для нас очень большое счастье и замечательная возможность соприкоснуться с великим искусством. Могилевчане с нетерпением ждали этого фестиваля, ведь он на протяжении уже 20 лет является визитной карточкой областного центра в мире духовной музыки. Владимир Семкин, Василий Фаталиев и Ирина Бордиловская, агентство теленовостей «Могилев».